Сергей Ломанов-младший заявил, что намерен уйти из национальной сборной по хоккею с мячом. Вот что сам легендарный красноярский хоккеист говорит об этом. Цитата. «Было бы намного легче, если бы я не чувствовал сил и не имел желания играть в хоккей. Но когда-то надо завершать карьеру в сборной. Наверное, сейчас самый подходящий для этого момент». Конец цитаты. В клубе нам пояснили, что пока речь идет только об этом спортивном сезоне. Уже известно, что Ломанов не будет участвовать в чемпионате мира и в турнире четырех. При этом спортсмен продолжит выступать за команду «Енисей».